Всем привет! Это видео вы смотрите за день до того, как я вывезу швидбот в Белгород и спущу его на воду. Прошу прощения, но это видео вы смотрите, скорее всего, уже тогда, когда швидбот стоит на воде в Белгороде, и я, скорее всего, ночую в нем. Но снимаем мы это видео незадолго до этого. За это время пройдут соревнования по радиоуправляемым моделям, что я вам покажу дальше. Я установлю вот этих два замечательных лючка, навигационные огни. Еще очень много-много чего мы вот с Ильей делаем по швидботу. И если вы смотрите это видео, значит, я жив и разум мой не помутнился. В общем, достались вот два таких отличных лючка, которые мы установим в кокпите. В той части, где, скажем так, сейчас, к сожалению, нет доступа даже, чтобы можно было проинспектировать эти отсеки. Вот наш второй лючок. Они, скажем так, не новые, но я считаю, в очень отличном состоянии. По словам предыдущего владельца, они простояли год. Вот так пожелтели. То есть они за год из белых, обычных белых лючков стали цвета слоновой кости. Вот, один будет стоять слева, а второй будет стоять справа. Ну, пока, вот, Илья, как ты думаешь, может поставить так, вернее так? Я примерял, просто говорю, когда можно вот так откидывать. Или поставить так, и он будет спинку упираться. Посмотришь по месту. И, конечно же, навигационные огни. Один с трещинкой. Ну, если не приживутся, то будут отличные глаза для жабы. Ну, вперед. Чтобы облегчить себе жизнь, завтулим отверстие вот такими фитингами. Так, лючки вклеены. Одна часть крепления сделана. Скажем так, защелки. Трубочка будет вставляться с кокпита. Будет вешаться замочек, к примеру, вот в этой части. Сейчас нужно сделать защелку оси балера. Будет вот здесь защелка оси балера. А сейчас буквально пару кадров соревнований радиоуправляемых моделей, которые прошли в Одессе. Это был чемпионат Украины. Вот ребята подогнали конец для швартовки.
сказали, что клюзы большие, вернее, полуклюзы большие, и конец тоже должен быть, так сказать, не маленьким. Все. Этот канат, который вы видели на видео, будет использоваться во время проведения соревнований радиоуправляемых моделей на асфальте. Мы, конечно же, не остались без концов для швартовки. Огромное спасибо Анатолию, который подарил нам небольшую бухточку. Теперь нам есть чем привязывать свой швертбот к причалу. Спасибо, Анатолий. Игорь Валентинович, расскажите, зачем вы это делаете? Все дело в том, что мы когда-то обратились к Coca-Cola, чтобы было нашим спонсором. Coca-Cola сказала, что ее автомодельный спорт не интересует, но оказалось, что ее напиток насколько хреновый, что резина держит лучше всего на асфальте. Поэтому у нас давнишняя традиция, уже лет 20, даже с времен начала независимости Украины, поливать Coca-Cola трассу. Пепсикола не так держит? Пепсикола держит хуже. Байкал? Байкал, он сыпется. Все остальные напитки при пересыхании сыпятся, и поэтому становится еще хуже. То есть будет жить Coca-Cola? Да, будет жить только в этом виде. Ну, можно еще разбавлять вискарик. Ага, вискарик, все. Только 12-летний вискарик разбавлять Coca-Cola — это кощунство. Ну, свеженький какой-то 2-3-летний, неплохо получится. Сколько уходит на такую трассу напитка? 20 бутылок. Этого хватает на 3 дня, да? Ну, на 2, вернее. Ну, в принципе, да. Ага. Спасибо. Пожалуйста. Достаток 3,5 минуты, где-то будет 9-3. Уважаемые зрители, вы будете наблюдать, что увлекательный за них будет длиться 30 минут. Самая быстрая модель Украины. И тогда за победу в первом этапе чемпионата Украины. Старт! Вот сказал тот момент, когда сирена решила не сработать. Итак, у нас стартовал главный и заключительный финал. Классных два. Самые быстрые модели. Двигатель внутреннего сгорания. Руденко Евгений, обладатель пол-позиции в этом классе, удерживает лидерство в данный момент. Иванов Олег ведет с ним борьбу. Обе модели салатового цвета. Руденко Евгений, бело-салатовая модель на прямой. Лидер заезда. За ним салатовая модель синими полосами на боковину. Это вторая позиция. Третий. Сухопаров Олег, зеленая модель. Все три пилота из города Харьков. Сухопаров обходит Иванова и выходит на вторую позицию. Субтитры сделал DimaTorzok.
Один круг, ребенка коснулись, два круга коснулись, два Иди, мама, ребенка. На этом круге у Руденко Евгения лучший круг, ну, этот круг был быстрее практически на секунду. Но секунды мало, мало. 20 секунд остается до окончания заезда и больше 10 секунд дистанции между моделями Иванова и Руденко. Практически круг. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Модели принимаются на финише. Та долгожданная фраза, которую ждет человек, удерживающий лидерство на протяжении 30 минут дистанции, сумасшедшей концентрации на очень высоких скоростях. И не финишировал Руденко, Матюшенко Евгений. Ждем его на финише. Общий финиш, как я понял. В первом этапе чемпионата Украины 2021 года победил Иванов Олег, город Харьков. Сейчас я еще гляну засечку, но, по-моему, это возможно. Будем собираться в Белгород. В главных ролях Леха, Гарри, Ford Transit. И сейчас еще придет массовка. Фашиста отобрал или что? Не, на железной дороге подарили. Такие, как у немцев, да, были? Типа? Ну, консервы, типа. Ну, это с авиационной где-то форма, а так это и уже... Строительные, а? Ну, такие они, знаешь, типа... Консервы, ну...